Это первый визит Гульшары Абдыкаликовой в Уральск в должности вице-премьера. Она посетила ЦОН, Межведомственный центр по выплате пенсий и Центр занятости. Заместитель премьер-министра лично поинтересовалась у граждан, по каким вопросам обращаются и довольна ли работой центра. Нареканий со стороны посетителей не было. Хотел проконсультироваться по поводу получения пособий, какие необходимые документы собрать. Вот это адресная помощь, которая, да? Да, адресная социальная помощь. Вот, У вас семья? У меня родственник. Вот, просто он сейчас не имеет возможности сам проконсультироваться. Он работает, не работает? Он не работает. После чего Гульшаре Абдыкаликовой продемонстрировали работу Telegram-бота, который был запущен 8 марта текущего года. Это очень удобный способ связи людей с государственными органами. Вот такой перечень вопросов сделали, мы короткий, удобный, чтобы не загружать людей вопросами. 10 вопросов, где работаете, ИИН, Мекинджайнс. Какая помощь нужна? И вот эти два основных вопроса. Сколько детей у вас до 18 и с 18 до 24 лет? Посетив все объекты, делегация из правительства отправилась на встречу с населением. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.